Всем доброго дня, а может кому-то и утро, как нам. Мы начинаем свой день уже 2 часа дня. Вот с такого замечательного завтрака. Мой Ашкым домашняя маслица мажет, ему не хватило сыр, который Жахулы там. еще. Так, у нас домашние яйца с куриным рулетом, так как он в сыром виде это не воспринимает, колбасы разные. Ну вот такая вот у нас вкуснятина. А я, у меня был кусочек сыра, я решила его с плесенью сделать такой, как сухарик. Сегодня, как-никак, воскресенье, у нас такая погода, дождь начался, осень началась. Приятного нам аппетита! На обед у меня сегодня капуста тушеная с курицей, цыпленком домашним, который нам привезли на заказ. Вот смотрите, мне кажется, я мало сделала капусты. Была такая большая кастрюлька. Ашкем отказался. Ну, буду что-то придумывать другое. Тоже из курицы. Ну, а у меня обалденный рецепт из правильного питания. Посмотрите, какая у нас погода. 30 градусов. Какая у нас сегодня замечательная погода. 30 градусов. Цветочки растут и пахнут. Цветут и пахнут. Сегодня была такая история, сейчас я вам расскажу. Насплетничаю. На первом этаже захотели снять аренду. 4-5 молодых человека из России. И, к сожалению, им не дадут временную прописку, потому что наш район входит уже такой закрытый район для ВНЖ. Ну, поэтому, мои дорогие, им отказали. 8 тысяч они давали, такие деньги, блин, пипец. Ну, несколько человек, ребята, молодого возраста. И вот такая проблема возникла. И ушли. Сейчас, то есть любые огромные деньги, бешеные дают, лишь бы получить ВНЖ, но, к сожалению, это невозможно уже в некоторых районах, вы сами знаете. Пойдемте на ту сторону, посмотрим, что там за базар. Ну что здесь, забито, караулит? Никого не видно. Смотрите, как мне пачкают эти голуби, знаете почему? Потому что, вот смотрите, у них там гнездо на кондиционере, и они срут и срут всем нам. Посмотрите, у всех обосранные решетки, ну это кошмар какой-то. И главное, я заметила вчера, что и занавеску мою они обкакали. Сейчас надо быстро снимать. Смотрите, сейчас Ашкему буду говорить: Ашкем, вот мне дело, какие нехорошие они. Пока Ашкин не пошел на базар. Но нам что нужно докупить? Лук, я сказала ему, я хочу этот бурак, морковь и борщ себе сварить. Капуста есть. Ну, наверное, брокколи появилась уже, мне кажется. Цветная капуста, сейчас сезон. Ой, вкусняшки такие будут. В принципе, я хлеб не кушаю уже. Ем все подряд, сейчас надо уже понаблюдать за собой. Я начала изучение курса нейроколор. Сейчас покажу вам. Я не помню, вам говорила, не говорила. Может, в истории. В сторис я точно говорила. Смотрите, мои дорогие, какой у меня красивый рисунок. А куда я его делала, кстати? Ой, тут у меня турецкий. Я же готовлюсь к этому. Вот. Все у меня здесь в порядке. Смотрите, какую я красоту вчера нарисовала. Это ничего не значит, просто рисунок, просто. Вот, начала курс нейроколор, и буду еще грамотнее. Нейроколор и нейрокомпозицию. Я буду знать, какие цвета куда добавлять. В общем, очень интересная тема, я просто обалдею. Вчера я такой порядочек здесь сделала. Но у меня всегда порядочек, все чистенько. Да, свои, смотрите. Рисунки нейрографики положила под стол.
Мне не стоит даже никуда выходить, друзья мои. Все у меня под боком. Обожаю свой район. Только есть-то когда столько чего еды. Ой, так вкусно поела. Душу отвела. Сейчас пойду конфеткой закушу, кофе сварю себе. Ой, не жизнь, а малина, друзья мои. Какое худение. Но я на и так... И так я худею. Вот смотрите, что продается у нас. Давайте посмотрим. Под пальмочкой, лишь бы мой телефон не упал. Сейчас я вам удивлю. Вот смотрите. Оливки зеленые продаются, черных пока нет. Солите оливки по моему рецепту. Так, видео это хорошо пошло. Очень хорошо пошло. Черные солят так, солят. А зеленые нужно расколоть каждую. Или молоточком, или еще чем-нибудь, камнем. И менять воду в течение, кажется, 3 недель. Я первый раз готовила. Боже, не захотела больше ничего делать. В следующий раз у меня не появилось желания с ними возиться, потому что они же масляные, жирные. Эта вода такая, она вся жирнистая. И синенькие по 5 лир увеличила вам. Вы видите, какие цены. Мерсини. На квартире подорожала. Я смотрю, от 70 где-то у черта на куличках. Ну, я привыкла к своему району, поэтому. Как подорожали квартиры, боже мой, я не помню такого. Сейчас 70 тысяч долларов. Это такая огромная сумма для Мерсина. Точно нужно в риэлтор идти. Как вы думаете, идти в риэлтор, и вы будете покупать у меня квартиры? Вот если вы скажете, Света, иди в риэлторы, мы будем покупать у тебя квартиры, я пойду учиться, естественно. Потому что я ничего об этом не знаю. А мне надо учиться. Только ради вас, друзья мои. Потому что мне действительно без вас никуда. Никому не продам, правильно? Смотрите, как они у меня цветут, а? Видите? Как они у меня цветут, мои красавчики. И так много, но... Как интересно. Там тоже надо так застеклить, но не какие-то широкие, да, балконы. Вот такая замечательная погода. Пойду я кофе себе отварю. Эндер пришел с работы. Говоряшки. 8 секис. Вау. 10 лир доматес, помидоры. Кач кило один? 10 лир. Пир кило он ики, 12 лир килограмм. Не оду. 10 лир перец. Грибы. Вот тут здесь. Пир кило йогурта, да. Полкило. 17. А? 8 лир. 40. Меве йог бизде? Мина, ваш. Бу меве? А машкем ка... Ода ал. Жюм. Не меве, бу меве. Какой хаос на кухне, друзья мои. Ашкем ушел гулять. А я сейчас это все разложу. Я сейчас начну готовить. И решила вам тоже снять видео, как засолить вот эту красную капусту. И как приготовить из грибов соте. Из грибов грудки вкусной домашней курицы. И вот все, смотрите видео, отдельно видео, друзья мои. Я буду очень стараться. А вы ставьте лайки, пишите комментарии. Так, здесь у меня готовится яйла-чорба. Я тоже вам... У меня есть, кажется, в рецептах яйла-чорба, как готовится. Но, мои дорогие, буду обучать вас моим вкусным рецептам. Быстро, быстро, самое главное. И вкусно. Вот такая вот грудка вам понадобится. Видите, тут уже все готовлю для видео рецепта. Смотрите, готовлю капусту. Приготовила вот такое красивое соте. Мне кажется, красивое. Смотрите, рецепт у меня на канале. Приготовила яйла-чорба. Яйла-чорба, вы знаете, что это такое? Сейчас я вам расскажу. Это рис. Вот это вот сливочное масло.
Видите, какая красота. Красный перец, мята. Это надо все помешать сейчас. Вот. Рис, йогурт. Вместо йогурта я сметану сделала. Йогурт у меня испортился. Сметанку, муку. Перемешать отдельно с яйцом и заварить кипятком, и потом быстро-быстро мешать. Очень-очень вкусно. Мой муж обожает. Ужин готов. Суп йогурт и яичный, рисовый яйла-чорба по-турецки. Плов такой, соте курино-грибное. И новый салатик с использованием этой капусточки. Все, смотрите, у меня есть в рецептах. Смотрите, вам они очень понравятся, потому что они малобюджетные и быстро приготовляемые. Ну, извините, если неправильное ударение оставлю. Приятного аппетита моему мужу. Такие тарелки я давно не видела от своего мужа. Он всегда что-то оставляет. Ему никогда ничего не нравится. А вы посмотрите, новый салат. Все, поел. Вы видите, какое вкусное соте? Поэтому переходите на это видео и готовьте для ваших любимых людей. И для себя, конечно. Посмотрите. Вот это да! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.